Через несколько дней Украина должна подписать договор с Евросоюзом об ассоциированном членстве. В последнее время на всех уровнях власти и в прессе идут разговоры о колебаниях руководства страны перед принятием окончательного решения. Свои мнения высказывают одесские политики, представители разных партий. Человек, который себя уважает, человек, который может совершенно спокойно, расправив плечи, вести достойный образ жизни, а не существовать на мизерные зарплаты или быть безработным, он обязан понимать, что он и есть европеец. И так жить, как мы сегодня, нельзя. Так лучше делать эволюционным путем, чем революционным. Он законы против предпринимательства, бизнеса и всего прочего. Лучше это уже сделать с ними, они подскажут как, если мы сами не способны ничего сделать. С точки зрения интеграционного потенциала, с точки зрения возможностей, безусловно, Европейский Союз и ассоциация с Европейским Союзом есть более выгодным интеграционным направлением. Потому что там и правда цивилизованные способы и правила этой интеграции, а не такие, как, допустим, в восточном векторе интеграционном, когда, ежели что, отключают газ. Это одно. Второе, ну, даже показатели социально-экономические, то есть Россия как интеграционный центр, она менее выгодна, менее привлекательна, чем Европейский Союз, и это совершенно очевидно даже по социально-экономическим показателям. Европейский Союз нам двигаться надо, конечно, но делать это не в ущерб интересам, в первую очередь экономическим и политическим интересам нашей страны. О чем идет речь? Мы знаем о том, что сегодня большое количество или большой объем производства, который экспортируется, идет на страны бывшего СНГ, точнее страны СНГ. И мы не должны потерять этот рынок. Ну, это даст нам качественно высокое образование нашим детям, культурное и другой уровень жизни. Подтянемся немножко ближе. Михаил Шмушкович предупреждает. Да, реформирование страны в рамках ассоциации будет болезненным для некоторых отраслей экономики, но больше откладывать это нельзя. Технологические, энергетические, просто за счет коррупционной составляющей, которую, к сожалению, в нашей стране занимает колоссальную роль. Пройдет еще какое-то время, эти производства все равно умрут. А как бы попытки их поддерживать, брать еще каких-то кредитов, ну хорошо, мы через 5, через 7 лет столкнемся с теми же негативными последствиями, которые на первом этапе от ассоциации, безусловно, будут, только при этом внешний долг, внутренний долг вырастет еще. Что же касается отношений с Россией, то Украине нужно равноправное партнерство и долгосрочная перспектива. В формате сотрудничества с таможенным союзом последнего точно нет. Может быть, на первом этапе там можно договориться, что будут какие-то послабления по газу и так далее. Но в конечном итоге перспективы, вот глобальные перспективы в этих союзах, я на сегодняшний момент действительно, к сожалению, не вижу. Россия ведет слишком агрессивную политику в отношении Украины. И, ну, все-таки мы самостоятельное государство. И я считаю, что мы должны как бы общаться с другими государствами в каких-то приоритетных началах. И нам должна, Россия, как большая и страшная, диктовать, каким образом мы будем жить. Поэтому из-за того, что Россия ведет слишком агрессивную политику, я думаю, что нам будет лучше с Европой. Манна небесная на каждого украинца после подписания договора об ассоциации не прольется, считает Алексей Гончаренко. Но для простого человека плюсы в другом. Мы будем приближаться к европейским правилам игры. Мы будем стремиться внедрить европейские правила. А правила эти простые, понятны любому человеку. Это равенство всех перед законом, верховенство права. Это социальная справедливость, социальная защита. Это защита человека труда. Сегодня все это реализовано в Европейском Союзе. Для нас очень важно, чтобы эти наши общечеловеческие ценности работали и в нашей стране. Чтобы наши молодые люди не пытались реализовать себя где-то за рубежом. Они должны реализовать себя здесь. И это один из этапов реализации наших идей, наших планов и наших возможностей. Система работы в белую, уплата налогов, которые наполняют казну. И работают на людей. Вот это я считаю, что мы получим от Европы. Второе, цивилизованный путь развития. В Европе
не приемлют коррупционные схемы, что на сегодняшний день еще в России является тоже большой проблемой.